«Русского севера храмы. Верхнее Подвинье». Книгу с таким названием презентовала в библиотеке имени Гоголя архангелогородка Любовь Шаповалова. Это ее 6-я книга о культурном наследии Двинской земли. В этой особое внимание уделено памятникам храмового зодчества Красноборья. Материал Любовь Геннадьевна собирала 12 лет. Автор Любовь Шаповалова по образованию инженер-строитель, кандидат технических наук, а по призванию исследователь и пропагандист северного зодчества. На основе экспедиций и архивных изысканий автору удалось сделать научное открытие. Под одной обложкой собраны 12 очерков о храмах Красноборья и 2 о Котласских. Книга иллюстрирована живописными полотнами русских художников, современными фотографиями, а также множеством снимков и чертежей начала 20 века. Остались чертежи. Вот храм утрачен, ну, чаще всего в 30-е годы, но остались чертежи, сделанные еще в 19 веке. И чертежи сделаны выпускниками Академии художеств. Вот храма уже давно, 100 лет не существует. Уже и многие местные жители не знают, что у них был какой-то великолепный храм. Ну, просто великолепное строение. А чертежи остались. Цель книги не только рассказать о старинных храмах Двинской земли, а выявить, какое место они занимают в северной российской истории. Тираж книги 500 экземпляров. Приобрести ее можно было на встрече с писателем. Будет книга продаваться чуть позже и в Архангельске.